Продолжаем выпуск. Ну, а совсем скоро прозвенит последний звонок. И мы решили узнать, не мешали ли юным талантам получать знания их съемки, гастроли и выступления. Пестрит ли дневник Данелии Тулешевой двойками? Как часто вызывают школу родители Аминоки и с какими оценками окончит учебный год первоклашка Марк Корчагин? Участие в музыкальных конкурсах, репетиция и гастроли. Это еще не повод пропускать уроки. С этим согласна Данелия Тулешева. Это все честно должно быть, я с этим согласна. Они говорили то, что я тебя поздравляю, но это типа не повлияет на твои оценки. И несмотря на все разъезды, интервью и выступления, Данелия держит планку и опускать ее не собирается. Я отличница, потому что в первой четверти у меня была одна четверка, а в этой четверти у меня все пятерки, и это очень круто. Ну а один из самых маленьких артистов Марк Корчагин заканчивает в этом году первый класс. В табеле у него одни четверки и пятерки. Ну а чтобы тренировки и выступления не мешали учебе, он составил собственный график. Я умею распределять график, и у меня все идет как по плану. Просто смотрю в своем ежедневнике, что у меня запланировано на сегодня. Если ничего нету, то у меня все свободно. А среди любимых предметов у мальчика совсем не детские науки. Нравится немецкий язык и математика. Моя мама... Ist Марк Корчагин, ich bin 7 Jahre alt. Популярная блогерша Аминка Витаминка ныне второклассница московской школы. И будьте уверены, она примерная ученица. И звать родителей к директору школы просто незачем. Ну а слава догнала ее и в Белокаменной Москве. Когда я пришла, там мальчик снимал там обувь, переодевал сменную и куртку снимал. Когда мы зашли, он такой: «Аминка, Витаминка?» И он был в шоке, потом зашел в класс, там он рядом сидел со своим другом. И он сказал: «Там Аминка, Витаминка у нас будет учиться в классе». Помимо отличных успехов в учебе, девочка преуспевает в делах любовных. Три мальчика знали меня. И вот эти вот три меня любят. Один признался, а два нет. Маленькие таланты, несмотря на раннюю карьеру, ни на минуту не забывают о важности образования.